Дорогие друзья, у подписчика был вопрос относительно акций башни нефти привилегированных. Смотрите, вот здесь следующая ситуация. Вот это недельный график. Что мы здесь видим? Не так давно акции торговались в диапазоне 1700-1900. Вот здесь вот. Соответственно, 1700 у них сильный уровень. То есть вот пробитие 1700 в июне привело к движению акции в новый более низкий диапазон 1550-1700, где она сейчас торгуется. Сейчас сформировалась разворотная формация, вот здесь вот видите, то есть вот был даунтренд, который закончился повешенным в районе сильного уровня 1550, плюс формировалась фигура три белых солдата, вот она, на локальном минимуме. Соответственно, вот эта ситуация, она приводит к началу поступательного движения вверх. Давайте с вами подумаем, куда это движение вверх, оно может быть вообще в принципе. Вот смотрите, предыдущая неделя, рост акций был с открытия 1672 максимальное значение, а до этого закрытие было 1623. То есть где-то на 50 пунктов, это где-то 3-4%. Вот, при этом нефть выросла там с 60 до 69. То есть для того, чтобы, скажем так, сейчас инициировать движение, должны или какие-то новости по бумаге быть очень позитивные, или должна существенно вырасти нефть. И это послужит драйвером для того, чтобы бумага вот вернулась в этот диапазон 1700-1900. Также есть такой существенный момент. Вот если она движется вот сюда вот вверх, продолжает, то как она будет преодолевать вот этот 1700? Если здесь произойдет пробой на растущих объемах, то, соответственно, бумага, она переходит вот на новый энергетический уровень сюда, и, соответственно, здесь она будет торговаться 1700-1900. Если она подходит 1700 и здесь начинают объемы падать, то, скорее всего, это будет рикошет. И, соответственно, игра в диапазоне 1700-1550. Если же нефть будет снижаться и будет негатив по Америке, и мы начнем движение вниз по всему нашему рынку, то, соответственно, то этой бумаги после пробития 1550 следующий уровень это 1440 и потом 1360. Но я думаю, что, скорее всего, вот если нефть она где-то будет в районе 60, 59-60, вот мы по этой бумажке где-то вот в этом диапазоне 1550-1070 будем торговаться. Вот. Но если на повышенных объемах, даже при такой же нефти, как сейчас, пробьем вот этот уровень, то, скорее всего, в силу каких-то причин или корпоративных событий мы перейдем вот сюда. Вот. И она, соответственно, будет ходить 1700-1900. Все, спасибо за внимание, до свидания.